Чалар Эртурул принимает участие в театральной постановке. Куда пропала Димет Аздемир? Почему о ней нет информации? Повторит ли новый сериал Араса Булута и Немли успех Чукура? Молодая звезда сериала «Красные бутоны» Мина Демирташ – мощное начало карьеры. Бурак Денис сообщил о новых сериалах и фильме. Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 278 выпуск передачи «Новости Турдизи одной строкой». Как всегда, я отвечаю на ваши вопросы и жду новых вопросов от вас. Также в конце передачи будет рубрика «Наши новости». Итак, мы начинаем. Вопрос. Есть ли новый проект у Биркана Сукулу и что с его личной жизнью? Насчет личной жизни у Биркана все в порядке. Он уже много лет встречается с Эдой Гюкарнак. Она из известной и очень богатой семьи. Ну и кроме того, занимается модой, блогингом. Скажем так, светская львица. Но девушка хорошая, красивая, и у них прекрасные отношения, очень красивая пара. Что касается его работы, сейчас он подписал контракт с компанией Медиапым на работу в адаптации романа Айше Авюр «Врата времени» для стриминговой платформы ТОТ. Небольшая платформа по сравнению с Netflix или Blue TV, но тем не менее они периодически выпускают достаточно неплохие проекты. В центре сюжета история гениального программиста, который написал таинственный манускрипт. Он встречает молодую девушку Невру, которая является дочерью известного политика, и вместе им предстоит раскрыть нечто шокирующее. Загадочный достаточно синопсис, но я надеюсь, что будет что-то интересное. В последнее время цифровые сериалы в Турции получаются достаточно интересными. Так что ждем. Вопрос. Где Туба Бибистун? Или она ушла из шоу-бизнеса? Почему Туба никуда не уходила? У нее был очень успешный сериал на Netflix, который, кстати, возглавляет сейчас рейтинг турецких сериалов на Netflix. То есть тех сериалов, результаты которых Netflix объявил. Он начал объявлять пару лет назад. Ну, из вот этих сериалов, которые вышли, как раз у Тубы самый успешный проект. Сейчас она снялась также во второй части этого сериала «Другое я». И недавно завершила работу над проектом цифровой платформы «Гейм», «Как будто завтра не наступит». Это мини-сериал. Ее партнером был Халит Эргенч. Буквально несколько дней назад вышел первый тизер к этому сериалу. Так что у нее все прекрасно. На телевидение вряд ли она вернется, поскольку это очень тяжелый труд, а у нее девочки, они живут в Париже, и достаточно сложно курсировать между Стамбулом и Парижем. Так что я думаю, что она продолжит работать на цифровых платформах, но она никуда из шоу-бизнеса не уходила. Вопрос. Правда ли, что Керем Бирсин может сняться в одном проекте с Антонио Бандерасом? 2 года назад Керем приезжал в Малагу, встречался с Антонио Бандерасом, они подружились, Антонио потом ему с днем рождения поздравлял. Если будет какой-то проект совместный, я не удивлюсь. Но пока никаких планов серьезных, о которых бы кто-то что-то говорил, нет. Скорее, это просто дружеские отношения пока. Вопрос. Хазал Кая уже давно снялась в фильме «Банк разбитых сердец». Что с этим фильмом? Его показали в кинотеатрах? В Турции есть особая категория фильмов, так называемые фестивальные, которых не показывают в кинотеатрах, а только прокатывают на кинофестивалях. Зачем это делается? Чтобы показать свои умения как режиссера, как актера своим коллегам по бизнесу. Это достаточно серьезная вещь, и это не пустая трата денег, поскольку подобные презентации, можно так сказать, помогают потом получить уже работу на телевидении или получить какой-то более серьезный проект, который будет показываться в кинотеатрах. Но показ в кинотеатрах фестивальных фильмов не принят, потому что
кроме того, что его надо сделать, нужно еще и рекламу организовать. А иногда реклама стоит даже дороже, чем сам фильм. Плюс еще дать места в кинотеатрах, где он будет выходить, а это тоже достаточно большие затраты. Поэтому в основном фестивальные фильмы в кинотеатрах не прокатываются. Вот «Банк разбитых сердец» — это как раз фестивальный фильм, поэтому то, что он не вышел в кинотеатрах, не удивляйтесь. Он и не был на это рассчитан. Но на фестивалях его показывали. Вопрос. Есть ли новый проект у Эркана Мирича и Ямур Астюрк? Что касается Эркана Мирича, то про его проекты ничего не могу сказать, нет информации. Надеюсь, что он найдет новый проект в ближайшее время. Что касается Ямур Астюрк, она присоединилась к касту исторического сериала «Основание Осман», и она будет играть Эльчим Хатун, супругу Архан Бея. У Архана было 5 или 6 жен, и она сыграет одну из его супруг. Вопрос. Сообщите, пожалуйста, о театральной деятельности Чалара Эртугрула и когда выйдет сериал «Принц». В декабре Чалар играл в новом спектакле «Аверайт», и его партнершей была Джейда Адман. Это прекрасная новость для поклонников, поскольку любой актер, который хочет расти профессионально, должен сыграть в театре, хотя бы немного. Театр позволяет, конечно, любому актеру раскрыться с его наилучшей стороны и почувствовать дыхание зрителей. И вторых дублей, естественно, там нет. Так что я рада, что он не только работает на телевидении, но и пробует себя в театре. Что касается сериала «Принц», съемки завершились в середине января. Обычно цифровая платформа Blue TV достаточно быстро выпускает снятые сериалы, так что я думаю, мы увидим проект уже весной. Надеюсь, по крайней мере, на это. Вопрос. Смотрю сериал «Портной». Расскажите об актере, который играет Дмитрия. Мне очень нравится, как он играет. Рада, что вы обратили внимание на Салиха Бадынджи. Он великолепный актер с театральным образованием, профессиональным. Он закончил театральный факультет Государственной консерватории Стамбульского университета и играет в театре. Более того, он основал собственную труппу театральную и постоянно занимается именно совершенствованием театрального искусства в Турции, что, конечно, не может не вызывать уважения к его работе, но, кроме того, очень активно снимается и на телевидении, причем в очень хороших сериалах. Начинал он свою карьеру в 2007 году, когда снялся в сериале «Прощай, Румелия». Очень был популярный сериал, но он не играл там главную роль. Вообще, вот у него второстепенные роли получаются блестяще. «Так проходит бесценное время», «Суперхит», он там тоже играл. К сожалению, тоже второстепенную роль. «Эй, Стамбул», «Любовь на прокат», «Невеста из Стамбула», «Красная комната». Везде роли второстепенные, но там он блистал просто невероятно. И сериал «Портной» тоже стал его звездным часом. Что касается главных ролей, здесь ему не очень везет. У него был успешный проект цифровой платформы Blue TV, первый и последний. Мне он очень понравился, но прошел как-то не очень заметно, к сожалению, в Турции. Такое случается, и хорошие сериалы тоже не всегда получают признание у зрителей, но, тем не менее, сериал хороший. Если найдете, посмотрите обязательно, тем более, по-моему, русская какая-то онлайн-платформа его купила. Сыграл он, кстати, еще в сериале «Клуб», который вызвал огромный интерес к Турции, но в мире его практически не заметили. Опять же, там у него не главная роль, но второстепенная роль была великолепна. И его действительно заметили именно после «Клуба». Но две главные роли в сериалах «Лжец» и «Камень желаний» у него получились не очень. Так бывает, к сожалению, не только от актера зависит, но и от сценария не получилось у него выбрать тот сериал, который бы стал популярным. Но, как говорила легендарная Раневская, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. Как раз тот случай, когда Салих блистает даже в эпизодах порой больше, чем основные герои в тех или иных проектах. И я надеюсь, что рано или поздно у него появится сериал, где он будет блистать в главной роли и который станет суперхитом. Он этого вполне заслуживает. Вопрос.
читал, что запретная любовь – это феномен Турдизи. Можете сказать, так ли это и насколько он популярен, и почему? Да, действительно, сериал «Запретная любовь» является одним из главных хитов турецкого экрана, причем он не из тех хитов, которые посмотрели и забыли, а из тех, которые повторяют каждый год, и каждый год турки смотрят этот сериал, и я вам 100% могу сказать, что и в этом году, когда начнется повтор, обычно летом повторяют «Запретную любовь», в конце последней серии теги «Запретная любовь», «Бихтер», «Бихлюль» будут находиться в топах социальной сети Twitter, поскольку турки каждый год продолжают обсуждать то, что, в общем-то, уже все прекрасно знают, но сериал, что называется, цепляет. Почему? Ну, во-первых, потому что это адаптация легендарного литературного произведения. Кстати, первый сериал, который был создан на турецком телевидении, тоже назывался «Запретная любовь» и тоже был легендарным. Его можно посмотреть на турецком языке на YouTube. Конечно, версия очень старая, черно-белая, но турки и о том сериале не забывают и помнят его, что показывает, что действительно проект, который вызывает такой трепет, остается в памяти и благодаря литературному таланту его создателя. Кстати, когда началась работа над второй «Запретной любовью», было очень много критики, говорили о том, что нет, не получится. Тот сериал, который был в 70-х годах, он был легендарным. Что вы делаете, новую версию? Не пойдет. И Озан Гювен, который должен был сыграть главную роль Бихлюля, в конце концов отказался. И на его место быстренько нашли замену молодого начинающего актера Кванча Тапытуа, который только что сыграл в сериале «Бюмуш», но еще не был таким популярным и известным, как сейчас. И именно роль Бихлюля сделала его безумно популярным. Кроме того, сериал успешно продается и показывается в мире. Есть несколько зарубежных ремейков этого проекта. Латиноамериканский, кстати, пользовался, насколько я знаю, большой популярностью. Так что эта история на века, и наверняка в следующий раз найдется режиссер, сценарист, которые попробуют этот сюжет на зуб, что называется. Была, конечно, попытка неудачная. Фильм «Бихтер» провалился, оказался неудачным. Но такое бывает. Не всегда получается удачно экранизировать легендарное произведение, тем более имея уже двух таких сильных предшественников. Но я думаю, что лет через 10-20 опять будет предпринята новая попытка экранизировать эту же историю. Вопрос. Я не думала, что так быстро появятся другие жены Архана. Могли сначала историю с Халафирой закончить. Все не так просто, как вы думаете. Это не история любви, это история создания государства. А государство укрепляется не только войнами, но и дипломатическими союзами. Как правило, самые крепкие дипломатические союзы создаются в результате браков. Так что у Осман-бея есть возможность укрепить свой бейлик за счет удачной женитьбы своих сыновей. И то, что у Архана было 5 или 6 жен, это как раз не потому, что он был таким бабником, женолюбцем или что-то там еще, а потому, что он создавал государство. И каждая жена приносила ему поддержку других племен, которые присоединялись, собственно, к этому государству. Что касается истории с Халафирой, то она не закончится, поскольку Халафира является не только его женой, но и матерью будущего султана Мурада I. Она увидела, как взошел на престол ее сын, то есть ее история продолжится и в сериале про Архана. Она занималась благотворительностью, очень много мечетей построила, различных благотворительных учреждений. Так что у нее очень большая история, и ее никто выводить сейчас не будет. Вопрос. Звучала информация о новом приятеле Сейнай Сарыкая. Что-то более конкретное вам известно на эту тему? Известно только то, что она спела вместе с Мертом Демиром в его новой песне, и в результате они подружились. Она как бы не
Сиренай как бы и не отрицает то, что они друзья, но о чем-то большем разговаривать отказывается. Может быть, у них будет роман, может быть, все закончится просто дружбой. Пока ничего конкретного сказать не могу. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, будет ли третий сезон сериала «Я не могу вписаться в этот мир» и какие планы в дальнейшем у Бурака Чилика? Пока снимается сериал, о планах на будущее актерам говорить не очень принято. То есть, возможно, какие-то планы есть, может быть, фильм снимет летом с Бураком Чиликом, но пока я ничего об этом не слышала. Что касается третьего сезона, о судьбе сериала будет известно весной. Дело в том, что рейтинги не настолько плохие, чтобы закрыть, но не настолько хорошие, чтобы продолжить. То есть сериал висит на тонкой грани, между «да» и «нет», и если продолжат смотреть в таком же ритме весной, то, скорее всего, будет и третий сезон. Если же аудитория пойдет вниз, то тогда будет принято решение завершить проект. Вопрос. Почему нет информации о Демет Аздемир после окончания сериала «Меня зовут Фарах»? Вы слишком рано требуете нового проекта, Демет должна отдохнуть немного и после этого приступать к работе над фильмом или сериалом. Обычно актеры после завершения проекта берут отдых на несколько месяцев, так что не удивляйтесь, что какое-то время от нее не будет информации. Но зато она поехала в Италию и приняла участие в фотосессии для итальянского издания «Элли». Известный женский журнал. Я поздравляю Демет. Это, в общем-то, достаточно престижно сниматься для иностранных как раз журналов известных. В Турции, конечно, они снимаются для Элли, для GQ и так далее, но именно для итальянского издания это гораздо престижнее выглядит. Так что у Демет все в порядке, сейчас она отдыхает, расслабляется, купила, кстати, дом в Греции, там проводит большой, там предполагает проводить зимнее время, отдыхая. Ну и, естественно, какая-то работа у нее будет, и как только она появится, я обязательно об этом вам сообщу. Вопрос. Почему Эртюк не обращает внимания на сериал «Зимородок»? Ну почему же не обращает? Обращает. Оштрафовали за сцену в бане. Был большой скандал тогда. Но, собственно, Эртюк – это не такая страшная организация, которая всех направо и налево штрафует. На самом деле штрафы выписываются очень редко. И в основном это связано с политическими вопросами. Например, часто штрафовали сериал «Чукур» не потому, что у него там было много насилия, а потому что он выходил на телеканале «Шоу ТВ», который является, скажем так, мягкой оппозицией политики правительства. Вот ему и доставалось по полной программе. Телеканал «Старт ТВ» в таком не замечен, поэтому к нему отношение гораздо мягче. Но тоже бывает, случаются проколы. Вопрос. Пишут, что Пелин Карахан хочет сыграть роль Эмиль Саим, но зрители хотят видеть в этой роли Борджу Бережи. Скажите, кто такая Эмиль Саим и в чем ее популярность? Эмиль Саим – чрезвычайно популярная турецкая певица, которая также снималась и в сериалах, и в фильмах, но в основном она прославилась благодаря своей музыкальной карьере, и в 1998 году правительство Турции присвоило ей специальное звание «Народная артистка Турции», государственная награда. Вообще она очень популярна, очень известна именно благодаря своим песням. Кстати, она была 4 раза замужем, причем 2 раза за одним и тем же человеком. Бурная личная жизнь, но любила она человека, за которым так и не вышла замуж. Очень интересная карьера. Она жила здорово, прекрасно себя чувствует и как раз отпраздновала недавно свое 60-летие, на котором получила награду лично от президента Эрдогана за вклад в культуру и искусство Турции. Вопрос. Как вы думаете, новый сериал Араса Булута повторит успех Чукура? Я думаю, что всегда нужно смотреть вперед, а не назад. Не нужно повторять
успех Чукура, нужно превзойти успех Чукура и сделать еще более успешный и еще более культовый проект. Во всяком случае, все предпосылки к этому есть. Похоже, роль брата Араса исполнит Танер Алмес. Он только что сообщил, что у него действительно есть проект новый, а Берсен Алпунташ посплетничала, сказала, что ему как раз предложили роль брата Араса Булутайнемли в сериале «Гений». Там отличный актерский состав складывается. Правда, у меня вызывает некоторые сомнения сценаристка этого сериала. После того, как она провалила сериал «Трикуруша», он оказался не очень популярным. Я все-таки надеюсь на лучшее и надеюсь, что на нее найдет вдохновение, она сделает что-то приличное. Было бы очень обидно, если с такой великолепной командой она вдруг напишет не очень хороший сценарий. Но будем надеяться, что все будет хорошо и этот сериал выстрелит. Не удивляйтесь, если он будет медленно раскачиваться. Вообще, бывает так, что культовые сериалы турецкие начинают свое путешествие на турецких экранах с довольно низких цифр. Например, у «Эртугрула» весь первый сезон был, ну, скажем так, 4-5%. Никто же даже не думал, что он станет настолько популярным. И только во втором сезоне пошло развитие, которое привело к потрясающему успеху, который продолжается и с сериалом «Основание осман». Так что, если начнется на 4-5%, не переживайте, это вполне нормально будет. Главное, какая динамика дальнейшая будет. Но, конечно, надеемся на то, что он сразу стартует с 80%. Но в любом случае мы будем смотреть этот сериал с удовольствием. Вопрос. В сериале «Красные бутоны» очень приятная актриса, играющая Зейнеп. Можно о ней пару слов? Я рада, что вы заметили эту девочку. Мне она тоже очень понравилась, настолько, что я посмотрела о ней информацию еще до того, как вы задали этот вопрос. Ей 18 лет, ее зовут Мина Демирташ. В 22 году она стала обладательницей награды «Многообещающая молодая актриса» на кинофестивале «Golden Kaza Film Festival». И, похоже, в Турдизе появилась новая звездочка, которая может очень ярко вспыхнуть. Для своих 18 лет она уже имеет в своей копилке 3 фильма и сериал «Красные бутоны», который может стать очень большим хитом и первым хитом в ее карьере. Так что будем надеяться, что сериал и дальше будет также успешен, и мы получим еще одну восходящую звезду в Турдизе. Вопрос. Будет ли 4-й сезон сериала «Приговор»? Телекомпания «Айяпым» объявила, что сериал закончится на 3-м сезоне. Подтвердили это несколько раз, в том числе и режиссер Али Билгин заявил. Так что, увы, в мае или июне сериал сделает финал. Я думаю, что достаточно. Если дальше будут тянуть эту историю, то, как всегда в Турдизе бывает, начнется снижение зрительского интереса, и рано или поздно сериал закрывают из-за низких рейтингов. Лучше уйти с высоко поднятой головой и на хороших рейтингах. Вопрос. Есть ли новый проект у Фуркана Палалы? Есть. Фуркан Палалы присоединился к касту сериала «Грязная корзина», который снимает компания «Медиапым» для телеканала «Фокс ТВ». Сериал начинался достаточно слабо, но за последнее время разогнался уже больше 5% в рейтингах и вполне успешно занимает свою нишу. Это сериал для женщин. Если вы любите женские именно проекты, то смотрите своего любимого актера. Он появится 12 февраля в новой серии и станет партнером Джемре Марай, которая играет Хайрия. Вопрос. Где теперь снимается Серкан Чаяоглу? И есть ли новый проект у Озги Гюрей? У Озги нового проекта пока, увы, нет. Но Серкан снимается в новом историческом сериале телеканала ТРТ-1 «Фатих», который рассказывает о жизни Фатиха-завоевателя, который покорил Стамбул. Я уже рассказывала об этом сериале, надеюсь, что он будет удачным, но в любом случае, поскольку он будет транслироваться на государственном телеканале, риск закрытия досрочного ему не грозит. Я думаю, что он начнется в марте этого года.
Вопрос. Скажите, что с сериалом, если король проиграет? Может, начнут снимать, ведь Кыванч уже свободен. Насколько я поняла, Кыванч сейчас будет сниматься в цифровом проекте, фильм это или сериал, пока непонятно, но, видимо, в планах у него именно сериал на Netflix. Как всегда, он является одним из основных актеров цифровой платформы вместе с Берен, с Чаатаем, и они постоянно работают в проектах именно на цифровой платформе. Что касается короля, я так понимаю, что там возникли серьезные проблемы с адаптацией именно для телевидения. Возможно, было бы лучше, если бы они сделали этот проект для цифровой платформы, то это было бы, может быть, проще. А на телевидение явно не влезают прокрустово ложе именно телевизионных турецких ограничений те события, которые показаны в этом романе. Так что я думаю, что либо его просто отложат в сторону, либо сделают все-таки для цифровой платформы. Иного выхода нет, слишком долго они с ним возятся, то есть там явно проблема со сценарием серьезная. Вопрос. Где сейчас снимается Акан Елабык? После «Великолепного века» не слышала о нем. После «Великолепного века» у Акана Елабыка было очень много проектов, в том числе и на цифровых платформах. Он снимался, кстати, в сериале «Моя родина – это ты», где снова сыграл вместе с Халитом Эргенчем. Кстати, герой Халита Эргенча снова убил героя Акана Елабыка. Так получилось, интересно. Все шутили, что Акану не стоит играть вместе с Халитом, раз уж постоянно его героя он убивает. Ну, это так, шутка. Он играл в первом сериале цифровой платформы Blue TV «Невинный» вместе с Али Атаем. Также он сыграл в первом сериале цифровой платформы Netflix Турции вместе с Чаатаем Улусоем, играл в сериале «Хикимулу». Очень хороший сериал, но, к сожалению, не получил особого признания у турецких зрителей. И также снялся в сериале Netflix «Городок», который скоро выйдет на цифровой платформе. Так что у него достаточно много проектов, он не сидит без дела, и я рекомендую к просмотру хотя бы сериал «Моя родина – это ты», в котором он снимался для телевидения. Вопрос. Вы не в курсе новых проектов Бурака Дениза на 2024 год? Бурак недавно был на спектакле и сам рассказал о своих дальнейших планах. Он будет сниматься в цифровом сериале и затем вернется на экраны в телевизионном сериале. Плюс у него есть еще фильм. Но что это за проекты, он не захотел говорить заранее. Будет сюрприз. Но, как вы понимаете, он чрезвычайно занятой человек и 2024 год у него полностью загружен. Вопрос. Правда ли, что Кыванч Татлыту уезжает жить в Лондон? Нет, эта информация не соответствует действительности, несмотря на то, что ее озвучили турецкие СМИ. Но Кыванч написал опровержение, сказал, что сыну еще и 2 лет нет, и они никуда уезжать из страны не собираются. Так что очередные сплетни. Вообще, по мнению журналистов, Кыванч уже купил половину Турции. Постоянно о нем какие-то новости выходят подобного плана, но ничего такого нет. Он продолжает жить и работать в Турции. Ну что же, после ответов на вопросы я приступаю к рубрике «Новости турецкого шоу-бизнеса». Похоже, вы полюбили эту рубрику новую, и я с удовольствием продолжаю. Афра Сарачулу появилась на обложке февральского номера журнала «Мари Клэр». Афра сейчас самая популярная молодая актриса Турции, без всяких сомнений. 2 года подряд сериал «Зимородок» бьет все возможные рекорды. Сначала в Турции был на высоте, теперь успешно продается по всему миру. Как вы знаете, первый сезон уже показали и в том числе в России. Так что я думаю, у нее большое будущее. Но, конечно, нужно будет смотреть, как будет в дальнейшем развиваться ее карьера. Один сериал, даже самый успешный, еще не гарантирует то, что перед нами суперзвезда. Но я надеюсь, что у нее все в карьере будет отлично, поскольку она умеет выбирать проекты. Агентство Digiloop представило
список самых обсуждаемых актрис в социальных сетях Турции в январе 2024 года на первом месте по-прежнему Сыла Тюрколу. Меня часто спрашивают, почему вот этот актер меньше обсуждается, чем этот актер, или этот сериал меньше, чем этот. Отвечу на этот вопрос сразу. Дело в том, что агентство подобного рода не могут отделить спам от нормального обсуждения. Поэтому, если от актера спамят очень сильно, то, в принципе, несколько десятков очень активных поклонников могут сделать достаточно большой социальный рейтинг. Сейчас это постепенно уходит в прошлое, поскольку начали понимать, что никакого кардинального улучшения карьеры своего любимчика таким образом не добьешься. Но некоторые все равно продолжают упорно стоять на своем и дерутся за своего любимца до конца. Можно, конечно, пожелать им удачи, но все-таки я думаю, что их умения можно применить более полезным образом, в том числе и для того, чтобы поддержать каким-то образом своего любимца, но не банальным спамом в социальных сетях. Цифровая платформа Netflix объявляет, что второй сезон сериала «Кюбра» выйдет в июне. Достаточно сложная тема, религиозная. Не всем, естественно, это интересно смотреть, но, тем не менее, сериал оказался на этой неделе на четвертом месте среди всех сериалов цифровой платформы Netflix в мире. Это очень хороший показатель именно для сериалов подобной тематики. Его, естественно, больше смотрели на Востоке, но и в Европе, в том числе и во Франции. По понятным причинам, Франция более мусульманская страна, чем остальные. В Германии тоже там проживает большое количество турецкого населения. В принципе, его смотрели хорошо. В США он в топ не попал. Я думаю, что им эта тема не очень интересна. Но в целом отзывы о сериале положительные. Многие отметили, что сериал ставит те проблемы, которые мы будем рассматривать в ближайшем будущем. Мы уже находимся в мире, где искусственный интеллект, где постреальность заменяет настоящую реальность, и мы не можем не ставить вопросы о Боге, о вере, о существовании рядом с чем-то другим, то есть с искусственным интеллектом. Так что я думаю, что этот сериал будет актуален еще довольно долгое время. То есть это не однодневка, а, скажем так, растянутое во времени действие. Наконец-то появилась информация о новом турецком сериале Netflix, который снимали летом прошлого года в главной роли Сиринай Сыркая. На турецком он называется «Кто пришел, кто ушел», а на английском языке он будет выходить под названием «Спасибо, следующий». Thank you, next. Когда он выйдет в эфир, пока неизвестно, но если началось уже определенное движение, определились с названием, то скоро начнется рекламная кампания, и я надеюсь, что весной сериал уже покажут. Телеканал D продолжает пиар-компанию нового сериала «До тебя», главные роли в котором исполняют Альп Навруз, Синем Устал и Нильпери Шахинкая, публикуя новые постеры. Это история тех, кто оказался на грани между светом любви и тьмой предательства. Весьма высокопарно, но посмотрим, получится ли у них правильно адаптировать очень знаменитый ливанский сериал. Он был большим хитом, и я надеюсь, что турецкая версия окажется не хуже. Очень приятная новость для поклонников Дамлы Санмес. Она сообщила, что у нее новый фильм, причем сценарий к этому фильму написал Эркан Колчак Кастендиль, и мы уже видели фотографии, на котором они вместе с Резой Коджаолу. То есть чукуровская команда объединяется снова для работы над фильмом. Жаль, конечно, что нет Араса, но Арас сейчас занят в новом сериале «Гений». К тому же у нее есть уже сериал для цифровой платформы, в котором она тоже будет сниматься в ближайшее время. Что за цифровой сериал, она не уточнила, но Мерселена Туташ сказала, что для цифровой платформы Таби готовится новый проект, сценарий к которому написал Азам Акбаба, и он же снимется в главной роли. Как раз Дамлу пригласили в этот сериал, и поскольку она сказала, что у нее есть новый проект цифровой, скорее всего, она подписала контракт именно на этот проект. Всего запланировано 10 серий, и планируется, что съемки начнутся в середине этого месяца.
Хазалкая и Алиатай снялись в новой рекламе для бренда Бетанол Бэйби. Вместе с ними играла девочка. Многие спрашивали, это их дочь или нет. Отвечаю сразу, нет. Это ребенок из агентства, то есть маленькая актриса. Их дочь Сурия Лейла в рекламе не снималась. Их, кстати, заметили недавно в торговом центре, спросили, как ладят между собой дети. Хазал сказала, что между братьями и сестрами бывают разногласия, но у них такого не случалось, и они делают все, чтобы этого и в будущем не произошло, чтобы они росли в дружеской атмосфере и были хорошими братом и сестрой. Мальчишка у них замечательный, очень умный, знает, что хочет, с удовольствием приходит на съемки, смотрит, как работает мама и папа. И очень красивый мальчик, конечно. И я вообще думаю, что, возможно, он тоже станет актером. Джансель Эльчин завершил работу в сериале «Моя прекрасная жизнь» и начал съемки в сериале Netflix «Безымянные влюбленные», главные роли в котором исполняют Халит Эргенч и Фунда Эрьид. Турецкая пресса, пользователи социальных сетей бурно обсуждают сериал «Жемчужные зерна» и, естественно, критика пошла. Вообще все успешные сериалы всегда подвергаются критике. Не удивляйтесь и не обижайтесь. Такова природа. Ругать гораздо проще, чем хвалить. Если тебе понравился сериал, ты посмотрел, выключил телевизор и пошел заниматься своими делами. Если же нет, то ты раздражаешься огромным комментарием в социальных сетях, выражая свое негодование. В частности, отмечают, что в основном смотрят не из-за сильной истории сериал, а из-за того, что там показан павильон, фривольные танцы, и, дескать, именно это нравится зрителям. Хотя, как выяснили социологи, сериал в основном смотрят работающие женщины и домохозяйки. Честно говоря, я не уверена, что домохозяйкам будет очень интересно смотреть на фривольные танцы. Это все-таки по мужской части. Так что явное дело не в этом, а в том, что история рассказана так, что она понравилась именно женской аудитории. Йылмаз Эрдоган – прекрасный рассказчик. Кстати, Хазар Эргючлу, которая играет Дилбер в сериале, написала с юмором: «Скажи мне, что тебе не нравится, и я сделаю это снова». Тем временем рейтинги сериала растут и растут, и я думаю, что это будет крупнейший хит нового сезона. Кан Урганчулу недавно был замечен в районе Бебек вместе с женой и сыном Ардычем. Дал небольшое интервью турецкой прессе, сказал, что у него прекрасные отношения с коллегами по съемочной площадке сериала «Приговор». С Пинар они прекрасно ладят. И вообще он выходит на работу с удовольствием. Ну что же, это случается не так уж и часто. Обычная работа нам всем в тягость, так что я рада за него. Если у Каана все с этим благополучно, и он действительно делает то, что ему нравится. Как когда-то говорила моя мама, если ты будешь делать то, что тебе нравится, ты не проработаешь в жизни ни одного дня. Похоже, у Джансу Дери намечается новый проект. Ей предложили главную роль в сериале «Врата времени», «Обратная сторона Стамбула», который готовит компания «Медиапым». И если она согласится, она станет партнершей Беркана Сакулу. Сериал выйдет на цифровой платформе ТОТ. Легенда турецкого кино Тюркан Шарай снова прилетела в Москву. 30 лет назад она была уже в Москве, и вот повторный визит. Кстати, она играла в советско-турецком фильме когда-то очень давно «Любовь моя, печаль моя». Я запомнила ее по тому фильму. Очень красивая женщина была. Да, она и сейчас остается очень красивой, несмотря на возраст. Так что, может быть, если вам повезет, если вы в Москве, можете увидеть ее на улицах. Она сейчас в Москве. Мерве Балуур снова появилась перед журналистами и опровергла слухи о том, что она якобы вновь примирилась со своим бывшим мужем Мертом Айдыном. Периодически выходят эти слухи, она периодически их опровергает, не снимается уже 7 лет, и я думаю, она не вернется на экраны, к сожалению, но все-таки интерес к ней не угасает, как видите.
Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Я благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете мне задавать вопросы под этим видео, и я буду пытаться найти на них ответы. Хотя, увы, это не всегда получается, так что не обижайтесь, если на какие-то вопросы я ответить все-таки не смогу. Я напоминаю, что эта передача выходит каждый вторник вечером. Всего вам хорошего и до новых встреч!